Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы поговорим о том, как при помощи одной точки можно стимулировать работу эндокринной системы, остановить процессы старения, избавиться от головной боли, получить огромный заряд бодрости и укрепить тело в целом. Китайцы называют эту точку точкой благополучия, лекарство от всех скорбей, и по-китайски она называется фэн-фу, в переводе «дворец ветра». Находится она там, где оканчивается голова и начинается шея. Это одно из самых уязвимых мест человеческого тела. В этом месте находится прямой доступ к мозгу, который не защищен костью. Отсутствие кости, защищающей мозг, делает эту зону обладательницей исключительных целительных свойств. Найти точку фэн-фу очень легко. Тут сходятся воедино голова и шея. Указательным пальцем руки нащупайте углубление на шее под затылком. Это место внутри впадины между сухожилиями шеи, примерно на 3 см выше границы волосистой части головы. Китайские целители утверждают, что воздействуя на эту точку, у вас уйдут болезни органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, нормализуется работа щитовидной и поджелудочной железы. Вы сможете нормализовать свой вес, избавившись от ожирения или недостаточного веса. Также вы избавитесь от вегетососудистой дистонии, гипотонии и гипертонии, ларингита, астенического синдрома, астмы и даже алкоголизма. Все это можно вычеркнуть из своей жизни благодаря стимуляции точки фэн-фу. Также стимуляцией ее можно остановить носовое кровотечение и получить жаропонижающее действие при лихорадочных состояниях. При помощи этой точки вы можете улучшить сон, уменьшить головную, зубную боль и боль в суставах, улучшить стойкость организма к простудным заболеваниям, улучшить работу пищеварительной системы, улучшить работу сердечно-сосудистой системы, нормализовать психологическое состояние при депрессии и стрессе, улучшить сон, избавившись от бессонницы и усталости, улучшить общий тонус организма. Замедляется процесс старения и запускается омоложение организма. Массаж точки фэн-фу помогает при импотенции, фригидности, бесплодии, а также налаживается менструальный цикл у женщин. Если воздействовать на точку фэн-фу разными способами, то вы будете воздействовать непосредственно на работу и кровообращение мозга. Таким образом, будет обеспечен максимальный эффект для оздоровления организма без лишних усилий. В месте расположения точки фэн-фу находятся нервные окончания, которые идут к большому затылочному и подзатылочному участку мозга. Также здесь находится центр малого артериального круга, который снабжает мозг питательными веществами и кислородом. Малый артериальный круг состоит из двух крупных подводящих артерий, которые осуществляют питание нашего мозга. Прямо под точкой фэн-фу находится наш продолговатый мозг, который отвечает за множество функций, таких как глотание, дыхание, слюноотделение, управление артериолами, регуляторами кровяного давления. Под продолговатым мозгом находится гипофиз и гипоталамус. Эти железы являются важной частью эндокринной системы. При сбоях в работе гипофиза и гипоталамуса человек имеет раннюю старость, синдром хронической усталости, атеросклероз, диабет, онкологию, необъяснимое влечение к алкоголю или наркотикам и другие отклонения в работе организма. Именно отсюда происходит управление вегетативной нервной системой, регулирующей работу всех внутренних органов. Итак, как же воздействовать на эту чудо-точку? И воздействовать можно четырьмя способами: прижигание, иглоукалывание, массаж и воздействие льдом. Что касается первых двух способов, то их может проводить только мастер с многолетним опытом. Мы же рассмотрим два других способа массажа и воздействия льдом. Массаж
может выполнять совершенно любой человек самостоятельно или при помощи помощника. Массаж этой области пальцами рук улучшает кровообращение и расслабляет, существенно облегчает состояние при вышеперечисленных заболеваниях, делают его сокращенными пальцами одной руки. Если с человеком случится внезапный обморок, то массаж точки фэнфу поможет быстро привести человека в чувство. Кроме того, многие люди, как мужчины, так и женщины, имеют отечность лица. Особенно это заметно в области под глазами. Эти отеки в большинстве случаев говорят о нарушенном кровообращении и застойных явлениях. Так вот, воздействие на эту точку при помощи массажа нормализуется кровообращение и уйдут застойные явления в виде отеков. Далее, воздействовать на точку фэнфу можно при помощи кусочка льда. Мы уже с вами говорили о лечебном воздействии льда при ревматизме, артрозе и боли в суставах и мышцах. Кому интересно будет посмотреть этот ролик, ссылка на ролик будет в описании под видео. Итак, к точке фэнфу рекомендуется прикладывать лед. Но на какой промежуток времени? Сейчас мы с вами разберемся. В интернете во многих источниках я не раз находила информацию, что держать кусочек льда на точке фэнфу нужно от 20 до 30 минут. Особо грамотные авторы сайтов во избежание непредвиденных ситуаций вообще время не указывают, а просто пишут воздействие льдом и направляют людей к специалистам в криоцентры. А теперь давайте с вами вспомним, что эта точка все-таки находится непосредственно на голове, где находится масса нервных окончаний, которые можно просто переохладить, если держать лед 20-30 минут, и получить воспаление нерва. Даже если это просто кусочек льда. Вроде бы и площадь воздействия льдом небольшая, но я считаю, лучше не рисковать и не воздействовать льдом так долго. Это лично сугубо мое мнение. При лечении ревматизма, артроза, болей в суставах доктора криомедицины не рекомендуют держать лед на пораженном болезнью участке дольше 3 минут. А начинать прикладывать криопакеты рекомендуют, начиная с 10 секунд. После этого обязательными являются растирание до красна сухой жесткой тканью и физические упражнения в течение 5-10 минут. Как же быть в нашем случае? На мой взгляд, оптимальная техника применения льда должна быть такой. Желательно, чтобы процедуре предшествовала гимнастика, ориентированная на шейно-грудной отдел позвоночника, или сопутствовал массаж того же отдела. Далее нужно взять кубик льда, завернуть его в полиэтиленовый пакет и приложить к точке фэнфу, закрепив шапкой или эластичным бинтом. Сверху прикрыть полотенцем, по течение 10 секунд лед приподнять и посмотреть, если кожа под кусочком льда покраснела, то этого времени для вас лично хватает. Тогда снимаете лед и жестким полотенцем хорошенько растираете место аппликации. Если же кожа под кубиком льда не покраснела через 10 секунд, тогда время воздействия увеличиваем до покраснения кожи, но не более 3 минут. Таким образом, вы подберете для себя время воздействия, которое подходит именно вам, так как нужно учесть то, что у каждого человека индивидуальный организм, и кому-то хватит 10 секунд, а кому-то как раз 3 минуты будет в самый раз. Повторять процедуру нужно раз в 3 дня, согласно знаниям китайской акупунктуры. Это оптимальный интервал. Для лучшего эффекта рекомендуется это делать натощак. Конечно же, у вас может быть свой взгляд на применение этого метода. Свое мнение вы можете изложить в комментариях. Точка фэнфу и омоложение организма являются двумя неотъемлемыми частями, что делает эту процедуру очень популярной. Но к применению воздействия на эту точку есть жесткие противопоказания. И в первую очередь воздействовать на точку фэнфу запрещается людям, больным эпилепсией, шизофренией и другими психическими расстройствами, так как у них применение этого метода может спровоцировать обострение болезни. Также не рекомендуется использовать активацию фэнфу беременным женщинам и людям, которые используют электрокардиостимулятор.
Все остальные люди, достигшие 17 лет, могут с успехом применять этот метод на практике. Основным при применении воздействия на эту чудо-точку является систематическое выполнение процедуры. Болезни мы накапливаем не за один день, а на протяжении всей жизни. Поэтому и восстановление организма займет не один день и даже не одну неделю. Главное – это упорство и желание быть здоровым. Итак, сегодня вы узнали, как оздоровить и омолодить организм при помощи воздействия всего на одну точку. Напоминаем, информация на канале дана для ознакомления, и перед ее применением посоветуйтесь с врачом. Ну а на сегодня это все. Желаю всем крепкого здоровья. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах на канале. Добавляйте это видео в плейлисты и делитесь в соцсетях. До следующих встреч. Пока!